Доброе утро! Я сегодня улетаю, но я хочу обратиться к своим слушателям на правах мамочки, потому что для многих я стала мамулей, для многих я стала подружкой, человеком очень близким. Поэтому я хочу сделать сообщение о том, что вы практически не почувствуете моего отсутствия. Мои видеозарисовки будут выходить примерно с той же частотой, с какой они и были последнее время всегда, потому как я сочла необходимым сделать зарисовок больше, я прямо так хорошо последнюю неделю поработала, именно попахала, как кто-то говорил, мне пашет. Вот тут эта неделя была действительно похотой, потому что у меня на канале письма читается, ну, где-то с отставанием в 2 недели. Я не захотела это отставание сделать длиннее. Я вернусь домой 23 числа, и 23 числа будут звучать письма, которые пришли 10 числа этого месяца. То есть отставания никакого не будет, все будет так же, как всегда, поэтому заходите на канал, смотрите. Единственное, что кто может почувствовать мое отсутствие, что я не буду никак не реагировать на ваши комментарии, потому как буду купаться, в YouTube заходить совсем не буду, но это не значит, что вы не пишете мне писем, не изливаете душу и не даете советов нашим героиням и героям тех видеозарисовок, которые я подготовила и которые будут автоматически выходить. Хочу поблагодарить блогера из Германии. Она меня научила еще одному трюку, и теперь мне не надо никого просить, чтобы активировали мои видеоролики. Я хотела возложить эту обязанность на своего ребеночка. Оказывается, есть такая опция, что можно их выставлять по расписанию. Я расписание такое сделала. То есть вплоть до 22 числа будут выходить ролики, те, которые я записала вот эту неделю, готовясь к поездке. То есть теперь всегда будет, да, где бы я ни путешествовала, где бы я ни была, хотя бы один ролик в день будет выходить. Ну, а я эту неделю поработала очень хорошо и ролики все подготовила. По поводу тех дам, которые ждут посылки, вы, пожалуйста, отслеживайте посылочки сами. Я номера вам высылаю сразу же, как только посылка отправляется. Найти, как отследить почтовую пересылку. У нас есть такой ролик, как отследить, где находится посылка или что-то такое. Мне ее некогда совсем искать. Вы ее поищите, пожалуйста, сами. Если не найдете, кто-нибудь подскажет. И не скучайте. И не скучайте. Я очень скоро вернусь. Привыкла к вам. Привыкла к вам. Так втянулась в YouTube, и не знаю, или это возрастное, или это вот мое новое увлечение, я явно по вам буду скучать, потому что как-то вот желания бешеного нет, или потому что из предыдущей поездки вернулась только месяц назад, или потому что вот не готова с вами расстаться. Не знаю, сегодня с дочерью обсуждали этот вопрос, я говорю, дочь, может быть, уже возраст, чего-то у меня нет такого энтузиазма, но надеюсь, что волна меня вернет на землю, и я буду с удовольствием наслаждаться. Хотя я не тот человек, которому доставляет удовольствие отдых, ничего не делания. Просто лежание на пляжу. Надеюсь, что мы чем-нибудь украсим свой отдых, и это не будет просто тупо лежание и купание. Итак, с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего вам доброго. Пока-пока. Я жду ваших писем. Приду, буду отвечать и на комментарии, и на все на светушки, как меня поправляет Линося. Пока-пока.